На практике обычно применяются два основных вида электрического питания. Постоянное напряжение и переменное синусоидальное напряжение. Переменное напряжение в сети обычно колеблется с частотой 50 Гц или 50 циклов в секунду. Но если переменное напряжение будет колебаться не 50, а один раз в секунду или один раз в минуту или даже один раз в час, с математической точки зрения оно останется переменным. Но можно ли будет называть его переменным с точки зрения электротехники? Задавшись этим вопросом, мы сделали несколько опытов и представляем их результаты в этом ролике. Подадим на лампу накаливания переменное напряжение с амплитудой 4 вольта и частотой 5 Гц. Лампа мигает, но не 5, а 10 раз в секунду, потому что напряжение достигает максимального значения 2 раза за один цикл. Понизим частоту до 1 Гц. Лампа загорается и гаснет 2 раза в секунду. Можно понизить частоту еще сильнее. Лампа будет также загораться и гаснуть. И в максимуме напряжения она будет светиться практически с такой же яркостью, как при постоянном напряжении 4 вольта. А теперь добавим в нашу схему трансформатор, это типичный прибор, работающий при переменном и не работающий при постоянном напряжении. В обеих обмотках этого трансформатора намотано по 400 витков провода, так что при отсутствии потерь напряжение на входе будет равно напряжению на выходе. Левая лампа запитана от источника напрямую, а правая через трансформатор. На частоте 5 Гц запитанная через трансформатор лампа мигает достаточно ярко, хотя и не так ярко, как лампа, запитанная напрямую. Понизим частоту до 1 Гц. Правая лампа мигает, но яркость ее заметно уменьшилась. А на частоте в пол Гц она вспыхивает совсем слабо. Так что можно сказать, что на частотах ниже 1 Гц этот трансформатор работает совсем плохо и электротехнический переход от переменного напряжения к условно-постоянному происходит для него именно в этом диапазоне частот. Чтобы понять, почему так происходит, надо вспомнить, как работает трансформатор. Переменный ток в первичной обмотке создает переменный поток магнитного поля. А этот переменный поток, в свою очередь, наводит переменную ЭДС во вторичной обмотке. А чем определяется величина входного тока? Очевидно, входным напряжением и полным сопротивлением всей системы трансформатор плюс нагрузка, как амическим, так и индуктивным. А индуктивное сопротивление зависит от частоты входного напряжения. Уберем лампу, запустим трансформатор на холостом ходу без нагрузки на выходе и запишем графики входного и выходного напряжений. На частоте 10 Гц они весьма незначительно отличаются друг от друга. Только выходное напряжение чуть меньше входного из-за потерь в трансформаторе. На частоте 3 Гц с графиком выходного напряжения что-то происходит. Он еще не сильно уменьшился по амплитуде, но стал заметно отличаться от синусоиды. На частоте 1 Гц это отличие становится очень заметным, и мы видим, что выходное напряжение пульсирует короткими пиками. А на частоте 0,3 Гц эти пики становятся совсем слабыми. В чем же причина этого явления? Может быть дело в том, что на низких частотах индуктивное сопротивление обмоток падает и сравнивается с обычным амическим сопротивлением. Но почему синусоидальный сигнал на входе превращается в пульсирующий сигнал на выходе? Может быть, причина кроется в нелинейности феромагнетика, из которого сделан сердечник трансформатора? Свои мысли по этому поводу пишите в комментариях к нашему ролику на YouTube.